6、4、8、9、はい、プッシュ全部なんで、プッシュ上げる3、分、はい、4、5、3、4、4、半分、できたら半分、2年分、This is no good. 構え、振り上げ。Обязательно замах для движения. This is small. Then from here keep counting your mind. One, two. From here. Отсюда тоже не наносится удар. Короткий и слабый. Через камая замах делаем. Кагицки. Нога, руки вместе действуют одновременно. From here, but not small enough. Big and keep same height. Хороший замах, большой замах. And hit Taisho together. Taisho наносим бедром, толчком ноги. Аналогично, как в предыдущем движении. Замах, и потом мощное движение идет. И здесь тоже с замахом обязательно. Укреплять боковой частью кулака, но не центральной. То есть за счет того, что садимся вниз. Замах и снова движение. То есть прыгнуть как можно дальше. Мощное движение вперед. То есть то, что в Шудане мы прорабатывали. Большое движение, замах вверх и вниз. То есть мы не поднимаем корпус, мы замахиваемся рукой и ногой. Обратите внимание за кистью. Первое движение медленно, а второе захват и резкое движение, резкий удар, немедленный. Пойдем.
Аминь. То есть 100% веса на передней ноге опорной. Собрано в комок, да. Отталкиваемся из косодач. Замах до поворота корпуса. То есть корпус вместе с рукой уже блок сделает. Отталкивание и поворот. Then this time, Yakuhami. Next, still Yakuhami. Аналогично, корпус на месте, замах. From here, hand together. Когда подходит подвох, а только носок начинает разворачивать. Then split, Yakuhami. This time, still Yakuhami, then Yakuhami. Then, this time, keep, feel. Shoulder low, stay here, back to feeling. То есть медленное стягивающее силовое движение. Готовимся к удару. Then, center, long, long, skinny. Next. Long. С подзамахом. This time, body stays straight. Body, hip, hand together. Опять же, все вместе. Бедра, тело, рука. Не разделяем. Отталкиваемся передней ногой. Не подниматься вверх. То есть используем, проходя опорную ногу. Опять же задняя нога толчковая используется. Бедро и локоть сближаются и стягиваются друг к другу. То есть колено входит вот в это отверстие, в треугольник. Сжались и потом выстрел. Разжимаемся. Фудодачи. Фудодачи. И выпрямляем заднюю ногу, дзенкуцу отталкиваемся. То есть одновременно и коротко. Next. Push this leg. Then touch. Срываем руки к задней ноге. То есть атака недалеко, два уровня. Подбородок, солнечное сплетение. Или нос, солнечное сплетение. Используем наклон, но таз не выпячиваем. This is strong.
То есть это положение намного сильнее. Для равновесия, для силы. Вот вам применение. Next, from here, hip, then block this inside. Блок внутренней стороной предплечья. Push, then hip twist. Ah!
Леша тут. Чудан! Чудан! Как ухан мне сохранять? Чудан, чудан. Еще раз чудан. Чудан! Длиннее стойте. Еще раз, Джодан. Еще раз, Джодан. Чуть больше фиксировать точку, момент атаки. Жестче бедра зафиксировать. Еще раз сюда. Хорошо. Больше уходить, Леша. Еще раз. Еще раз, чудан. Чудан. Ай! 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 Еще раз, Джодан. Больше уходите. Еще раз. Еще раз, Майк. Меняйтесь. Хорошее кимэ, но длиннее стойку. Еще раз сюда.
Еще, подходи, подходи, еще, еще. Пока дистанцию не поймаю. То есть ты подходи, сходись, а потом атакуй. Еще раз. А теперь ты будешь делать с нормальной дистанцией, ты с контратакой, Сереж. Разошлись на дистанцию. Только уйски с дистанции с большой попробуй, да. Еще. Еще больше раскатывайся. Еще раз. Нормальная дистанция, атака, а там защита и контратака. Ойцки, ойцки. То есть для продолжения, для второй атаки. Это подразумевает вторую технику. То есть атака подразумевает постоянное продолжение. А так надо уходить, снова начинать. Вперед, вперед, продолжение. Ударил и ушел, да. То есть постоянно нацелен на следующую атаку должен быть. Вот. Существуют ли какие-нибудь классические комбинации, именно карате мечи? Или важен именно принцип? Джимон какой-то. Ну ты попроще. Леша, это и есть классика, классика. Я имею в виду в скифе, там 5 зюданов, 5 связок. Нет, нет. Нет. Да? Нормал, нормал. В принципе, да, тем более, как славную тогда фотографию. Так а что не захотели, фототься с ним? Ну вот, сфотографироваться, да, просто уже специалисты. Thank you.
конечно, дышит. Хорошо. Еще раз. Смотрите. То есть мне, в принципе,
Длинное движение назад, первое. Продолжаем.
оставляйте сильно широко. Ниже, ниже возможно сесть. Вращение должно быть более полным, большим вращением. То есть вращение должно полностью вывернуть руку, блокировать. Это мало очень, и контратака потом не получается. Полное вращение и хорошая контратака обеспечивается. То есть до конца вращайте бедро, полное вращение. And next, we will march here and there today. So, we will this way. Сейчас будут мои гири, йогу гири, а ваши гири. This is training for push this leg. То есть снова возвращаемся к опорной ноге. Удары. Body moving. И очень важно сохранение прямого положения тела в передвижении тела. And distance. И, конечно, дистанция очень важна. Then from here, my gear down. Как можно больше загрузить переднее колено. I said before, stretch this leg. Отталкиваться этой ногой. This time always my body, my center of gravity is. То есть центр смещен за опорную ногу вперед. Not here. Always. Не над опорной ноги пятки, а он впереди. Always here. Постоянно, всегда. Йокогерим same always. Йокогери аналогичная ситуация. Not here. Не на ноге, впереди ноги. So this time, side of. こっち。 反対。 Slowly and every time check your form. То есть постоянно вы должны контролировать точки и форму. But then before kick, never. Перед ударом нельзя делать поворот. Naturally, from here. Естественно. Then check knee, not open. Не открыта нога, нога полная, смотрит вперед, туда же, куда удар. Knee this way, so. Колено тоже вперед. Body. И тело. Все в одну линию, все вперед. This is not good. Это не очень хорошо. Then ishiki ashi, but потом возврат и приземление. Then check distance, then. Чувствовать дистанцию. Контролировать дистанцию. Как видите, дистанция большая, не короткая пульса. One, two, three, four times. Четыре раза туда, один атакует, вот такое упражнение. Четыре раза идем обратно. Then every time check. Not kick by this leg. Не надо бить только ногой. Мы толкаемся за счет задней, это основное сейчас. I try. Вставляем удар противника. Then this joint. Помните вот эту очень важную точку, это важное положение. This joint. Бедро должно быть закручено внутрь. Here. Then this leg keep down. Not here. Then hikiashi. И потом собирать ногу.
Яша запоминай. Я иди. Дети, отойдите, отойдите. Прощение. И помните, что мы контролируем, бедро вниз. Утром сенсей это объяснял. То есть из этого положения вынос, а потом уже вращение и сам удар. Медленно. Колено вверх. И опорную ногу сгибаем вниз. Садимся. Бедро, помните, как можно больше внутрь, тело в обратную сторону. Тело вертикально все время. Ни в коем случае не масса, а касательно хитяши, возврат. Теперь сам снап, щелчок. Аналогично йогу говорю. Точно так же и на вашем месте. То есть касание. Аккуратно, чтобы никто не повредил. Thank you.
как вы разобрались? Вверх головой. Собираю руки. Да, выходи. Да, выходи. Дедушке показать. А я смотрю, я смотрю, если он слишком близко к противнику.
То есть он не думал, что начинать надо с мощного движения, потому что на короткой дистанции нет смысла начинать это. Все, джиг ми дейте, нотту стоп. То есть в бою нужно постоянно атаковать, разрывать дистанцию и снова атаковать. Не циклиться только на одном месте и на одной атаке. Hi, okay, this is last training. Make fun. Maybe you are already very hard, but everybody. Может, да, может быть, вы перегрузились, но зато сенсей рад, что улучшение появилось. So, any question? Вопросы, пожалуйста. Спрашиваем, что есть. Ребята, последняя возможность сегодня. Леха, спросите. Как после таких интенсивных тренировок восстанавливается сенсей? Какие методики есть? Расслабляй. Rest and training. So I don't understand. Он не понимает, о чем вы говорите. Все время тренироваться. But you are young, okay. I'm getting old now. Вы все молодые, поэтому для вас это понятно. Надо тренироваться и не отдыхать. You are young, so you have future, big future. У вас большой. Может быть. But karate is if correct basic, correct training. So never stop this. Always. То есть если вы не будете прерывать тренировок и будете постоянно правильно заниматься, то ваш уровень будет расти, а не останавливаться. So this is my experience. Это опыт сенсей. So I feel this 2 or 3 years my karate is так он судит по себе. Мы вам показываем только прямые удары руками. А как насчет боковых? Почему не практикуются на ваших руках? What about the punch from the side? You show us the punch with the... Маваши зуки, ура зуки, гайпу. Of course, we have Маваши зуки. But this time, so straight attack, so straight. Ну просто сейчас then use hip, then same. Он считает, что на данном этапе для нас пока важнее вот простые движения. Да. В Москве был тот же вопрос, он сказал в следующем году. То есть был конкретный вопрос, сказал в следующем году. Just one application. Okay. То есть будет в следующий раз будут эти вращения, будут ракен с разворотом, а ваши звуки. То есть он не может сразу все подписать. То есть да, это еще куда? Все будет помрем, порцион, мы освоим вот этот эпизод, пойдем дальше. Расскажи, что уже сенсея ждут следующий приезд. They are already waiting for your coming back.